Послание Отца Абсолюта 26 сентября 2021 года. Сонастройка сознания с физическим телом. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы переходим к следующему критерию готовности человека к переходу в пятое измерение. 11-м параметром является умение сонастраивать свое сознание с состоянием вашего физического тела. Дело в том, что уже сейчас сознание некоторых людей находится на уровне пятого измерения, что входит в диссонанс с характеристиками их физических тел, которые еще не успели трансформироваться в световые кристаллические. И этот дисбаланс приводит к некоторым сложностям, которые пока еще вы не можете до конца осознать. Как я уже говорил в своем недавнем послании, вы являетесь первопроходцами в столь необычном процессе, как переход в более высокое измерение в своем физическом теле. И затянулся во времени он во многом для того, чтобы люди, потенциально к нему готовые, смогли скоординировать и сбалансировать между собой свое сознание и все свои тела, тонкие и физическое. Но если тонкие тела чутко реагируют на все импульсы, посылаемые им сознанием, то физическое тело не способно угнаться за ними в силу своего плотного материального строения. В идеале сознание и материя должны находиться в гармонии, а значит на одном уровне вибраций. И такому состоянию соответствует световое кристаллическое тело, которое становится послушным и гибким, полностью подчиняясь всем командам сознания человека, то есть видоизменяясь по его желанию. Но пока еще вы пребываете в мире третьей плотности, а значит, вашему сознанию, на каком бы уровне ни находилось оно в данный момент, необходимо сонастраиваться с вашим физическим телом, дабы не выпадать из гармоничного состояния. Почему это так важно? Прежде всего потому, что сознание является частью тонкоматериальной структуры человека, одним из главных его элементов, и любое выпадение из этой целостной структуры влечет за собой дисгармонию и дисбаланс других составляющих этой структуры. Но, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы не сознание опускалось до нынешнего уровня вибрации вашего физического тела, что лишь отбросит вас назад на вашем духовном пути, а физическое тело подтягивалось к уровню вашего сознания, уже вышедшего за рамки трехмерного мира. Чтобы это произошло, вам следует научиться сонастраивать свое сознание с параметрами вашего физического тела таким образом, чтобы последнее подтягивалось до уровня сознания путем слияния с тонкими телами, которые уже находятся вне материальных рамок, а значит, по своим вибрациям гораздо ближе к вашему сознанию. И добиться этого можно путем тренировок и специальных практик, которые давались вам в предыдущих посланиях, особенно таких, как сталкеры и кристаллическая трансформация. Но главное, вам следует понять и закрепить в своем сознании, что для гармоничного состояния вашей души и вашего успешного продвижения по пути перехода в пятого измерения необходима сонастройка всех элементов вашей тонкоматериальной структуры, что предусматривает единый для них уровень вибраций. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт «Возрождение».